турбулентность, не просто турбулентность, а просто испытательный момент за многие годы наших отношений, связан с тем, что в тот момент, когда Россия с одной стороны, Армения с другой стороны, оказались в очень сложных обстоятельствах, Россия, как известно, противостоит всему западному лагерю и ведет очень непростую для нее вооруженную борьбу в ходе специальной военной операции на Украине. В этот самый момент в Армении под предлогом выводов из войны пытаются совершить поворот, переориентировать армянский народ и Армению на новую дружбу или отказ от прежней, по крайней мере, тому, что происходит. Конечно, это очень непростая история, вот, но она на самом деле вызывает очень глубокое беспокойство.